1 марта 1945 года войска 1-го Украинского фронта прорвали немецкую оборону северо-западнее города Ратибор. Противник спешно перебросил на этот участок значительные силы пехоты и танков и оказывал упорное сопротивление. Пленные сообщают, что немецкое командование отдало приказ любой ценой удержать Ратибор, сильный опорный пункт, прикрывающий пути к Моравской острове. Завершив обходный маневр, наши войска ворвались в Ратибор с запада. Одновременно другие наши части усилили нажим с востока. После упорных боев войска фронта овладели городом Ратибор. За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.